Добрый день, друзья. Рад вас приветствовать. Давно я не делал видео, так как сейчас нахожусь далеко от места моего постоянного проживания. Вот, в некой зоне, где буду еще некоторое время. Тут и многие идеи по поводу конструкции кута мне пришли в голову. Место особенное, сакральное. Я уже о нем говорил. Здесь расположена мощная электростанция, которая вырабатывает особую энергию, энергию жизни, вот, на которой работают и так называемые НЛО. Вот, и те люди, которые находятся и по какой-то причине оказываются в этой зоне, они получают достаточно мощную подпитку энергетическую, которая позволяет получать дополнительную информацию. Вот в такой зоне сейчас я нахожусь. И, соответственно, уже много интересных разработок, много идей пришло в голову. Часть уже осуществляется, и нужна будет ваша помощь. В частности, я объявляю до 16 августа период, называется «Отпуск с икутом». В этот период можно приобрести приборы. Вот я вам показываю один из приборов. Вот это икут из Палосанта. Икут ЭА-1, так называемый, вариант армейский. И вы можете его в этот период до 16 августа, еще раз подчеркиваю, приобрести со значительной скидкой. Скидка будет где-то 20%. Это существенная сумма, которая позволит тем, кто собирался приобрести этот прибор, его приобрести в этот период. Вот. Тем самым вы поможете мне собрать некие средства, которые я по приезде, по возвращении буду вкладывать в новые разработки. Часть из них уже готова. И те, кто приобретет у меня со скидкой этот прибор, эти приборы, значит, скидка распространяется на следующие изделия. Это ЭКУТ-учитель из Палосанта. Это приборы ЭА-1 из Эбонита, из Палосанта. Ну и, естественно, уже всем знакомый, известный прибор из Обсидиана. Вот этот вот, вот эта категория изделий, она будет идти со скидкой 20%. Вот, поэтому торопитесь, спешите, вкладывайте в новые разработки, которые будут. Вот одну я вам сейчас покажу, и тоже можно ее приобрести. Я уже это сделал. Это диск ОВП, так называемый. Вот он как выглядит в новой упаковке. С помощью этого диска можно приготавливать воду с низким значением ОВП в минусовой области. Вы знаете, что отрицательный ОВП, он позволяет усваиваться воде. Ту, которую мы потребляем, которую мы пьем каждый день. Вот. Но, значит, этот диск специально разработан. Это уникальное изделие, такое никто не делает. Там использовано ноу-хау. Вот, который позволяет обрабатывать и холодную воду. То есть, если такие изделия и есть на рынке, то они предназначены для горячей воды. Вот этот диск предназначен и для холодной воды, и для приготовления. То есть, он сделан в специальной форме. Вот я вам покажу. Вот такая форма, вот, которая позволяет очень хорошо и качественно извлекать полезные вещества из различных, скажем так, лекарственных трав. То есть вы делаете порошок в ступке, опускаете в холодную воду, вот, и вот этим диском обрабатываете, и вы получаете холодный экстракт этой травы. Причем вода в процессе обработки активируется еще дополнительно. То есть она приобретает отрицательный ОВП. Вот. И вот эта субстанция, назовем ее так, обработанная, она способствует тому, что мы получаем возможность увеличить растворимость воды.
то есть способности воды растворять различные вещества, в том числе извлекать полезные вещества из различных лекарственных трав. То есть приготовленная вода, обработка идет, ну, где-то, я думаю, что в районе 50 минут вы работаете и приготавливаете вот такой вот как бы отвар, холодный отвар. То есть вам не нужно кипятить траву, а именно приготавливаете его, используя воду, ну, скажем так, комнатной температуры. Вот такой диск, его можно приобрести, заказать. Есть уже изготовлена опытная партия таких приборов. Я для тех, кто будет у меня приобретать по скидке эти приборы, вот в конце мы проведем лотерею тех, кто заказал у меня прибор, и будет разыгран вот такой комплект. Я это всегда делаю, это традиционно, то есть мы открываем компанию, и, соответственно, вы потом получаете призы. Розыгрыш будет выпущен в виде ролика, вот, и вы можете посмотреть как бы именно вот этот процесс розыгрыша, то есть один из вас получит вот такой вот диск ОВП в подарок, дополнительно к тому, что вы приобретете прибор, вот то, что я вам озвучил, со скидками 20%. Вот компания называется «Отпуск с Икутом». Вот, и так будет называться ролик, и вы можете в этой компании поучаствовать. Есть еще достаточно много времени, почти даже больше месяца. Вот, и за этот месяц, посмотрев и осмыслив эту информацию, посмотрев мои ролики, которые я размещаю на своем канале в YouTube, вот, вы можете эти приборы приобрести. Это уникальная возможность людям, которые давно мечтали об Икуте, тем более о качественном приборе. Именно я говорю про Э1 и Икут-учитель. Вот, и, соответственно, изменить свою жизнь. Также я призываю к Икуту приобретать набор книг «Манифест». Это очень полезная литература, 12 книг, которые, если вы освоите, вы войдете в тему, которая освещается на моем канале. Именно это энергоинформационные технологии, торсионные технологии, технологии повышения потенциала человека, развития его способностей и возможностей. Вот это полезно будет и тем, кто занимается духовными практиками, целительством, ну и простым людям, которые хотят прокачать свой внутренний потенциал. Вот. И жду вас на канале, пишите отзывы, подписывайтесь на канал. Значит, пожалуйста, если вы подписываетесь на канал, пишите мне письмо на электронную почту. Под каждым роликом будет моя электронная почта. Вы, подписавшись, обращаетесь ко мне, и я вас включаю еще дополнительно в розыгрыш варгана. То есть получаете варган Вахитова в футляре. Вот, мне нужно набрать 200 человек для того, чтобы провести этот розыгрыш. Вот, проявляйте активность, и вы еще можете иметь возможность выиграть и вот этот замечательный инструмент и научиться играть на варгане. Это отдельная тема, очень интересная, и я вас призываю именно приобщиться к этому музыкальному искусству. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, голосуйте за мои ролики, проявляйте активность, подписывайтесь на телеграм-канал и участвуйте в дискуссии на WhatsApp. Везде есть сообщество, посвященное моим разработкам, которое позволит и получить новую информацию, задать вопросы, вот, выразить, может быть, какие-то свои пожелания, претензии и так далее. Все мы рассматриваем, помогаем людям и решаем их проблемы. Спасибо за внимание, до новых встреч!